Мы видим уже легендарный сегодня стоя в гору. Давайте поприветствуем ее. Ура! Тяжечку пошире бы, ребята, а? Да здравствует великий вождь Владимир Ильич Ленин! Ура! 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 Слава коммунистической партии и ленинскому комсомолу! Ура! Сломить никакая погода, никакие буржуазные происки. Мы всегда здесь, на этом месте, и дальше будем, и скоро мы завоюем весь мир, потому что за нами правда. Итак, мы традиционно начинаем наш митинг с вручения партийных билетов. Сцену приглашается Логинова Виктория Николаевна. На сцену приглашается Кожедуб Роман Николаевич. Митинг, посвященный 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, объявляется открытым. Поздравляю!
поздравляю вас с 99-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Ура! И та контрреволюция, которая свершилась 25 лет назад, она отбросила, конечно, отбросила великую эпоху социализма. Но арсеналом социализма мы обязательно будем пользоваться сейчас, в будущем. И будущее это, безусловно, направлено против олигархического режима, против коррупционной буржуазии, против буржуазного либерализма, которая сжирает и душит прогрессивное движение вперед Российской Федерации. Дорогие товарищи, с праздником! Ура! Я поздравляю всех, что мы стоим опять рядом с нашей Авророй. И Аврора стоит рядом с нами. И тоже ура! Я поздравляю вас с этой замечательной, на мой взгляд, погодой. Ура! Я поздравляю с тем, что с завтрашнего дня начнется отсчет 365 дней мы будем отсчитывать до 100-летнего юбилея. И обязательно будем придумывать каждый день, каждую веху нашего социализма. Мы будем вспоминать, что мы первые полетели в космос, что мы победили жуткую войну, что мы победили и не сломились, что мы победили здесь, в Ленинграде. И наш блокадный Ленинград выдержал только благодаря нам, советским людям. Так что с праздником нас всех. И я считаю, что вот этот комсомол, который будущее партии, он будет продолжать нашу идею. Идею равенства, идею справедливости. С праздником! Ура! Видеть солнце порой предрассветной, только так можно счастье найти. Поднимайтесь в небесную высь, опускайтесь в глубины земные. Очень вовремя мы родились, где б мы ни были, с нами Россия. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны. Считаю великий день, когда действительно наш народ смог подняться на великую борьбу против капитализма и угнетения рабочего класса. Для меня этот день очень важен. Я член комсомола, считаю, что нынешнее поколение молодых должно помнить, что это за день, знать, что это за день, и отмечать этот великий для всего нашего народа праздник. И сыграла свою огромную роль в мировом коммунистическом движении, молодежном движении, левом движении. Движение прогрессивной молодежи. Дорогие товарищи, к сожалению, сегодня мы с вами живем в буржуазной России. Эта страна, российский капитализм, который сейчас здесь царит, он имеет все признаки империализма. Посмотрим, какие это признаки. Это загнивающий капитализм. Это монополистический капитализм. Это... Капитализм – это разрушение человечества ради прибыли великих капиталистов, не ради таких, как мы, которые рабочие, которые работают для построения нашего будущего. Социализм – есть победа над капитализмом. Социализм – есть победа над расизмом. Социализм – есть победа над русофобией, которую сегодня на Западе строят. Мое детство, мою молодежь, целая жизнь мне сказали, как социализм это плохо, как Советский Союз это ужасно, для того, чтобы мы покорялись, для того, чтобы мы поклонились вперед капитализму и думали, что альтернатива на этой системе не существует. На самом деле это большая ложь. И первый раз, в который я был в этой стране и видел, что социализм создавал. Обнаженный на воле партии коммунистов,
Ну, это значит так, что в 1918 году Ленин дал нам независимость. Что это очень важный день, и Ленин для нас финских коммунистов самый уважаемый человек. А будет 100-летний праздник будет, и тоже наша партия, коммунистическая партия, тоже будет 100-летний, ровно 100 лет. И мы уже в Финляндии начали готовить на это праздники, и тоже от нас будет делегация сюда, когда есть великие октябрьские праздники, 100-летний. Мне привела моя позиция. Я от лица всех пайщиков ЖСК «Нева Парк» хочу сказать, что права граждан в этой стране соблюдаются очень слабо. Не знаю, надежды на современную власть нету практически никакой. Права пайщиков урезаны по отношению к правам застройщика. Современная власть, получается, просто выгораживает жуликов, которые деньги трудовых людей собирает и куда-то растягивает, неизвестно. Дома не строят, уже просрочили все сроки. Живем кто на съемном жилье, кто вложил материнский капитал. Все выкручиваются как могут, фактически, что называется, на чемоданах. Вот пришли в надежде, что, может быть, коммунистическая партия хоть как-то нам посодействует. Может быть, мы хоть какую-то помощь получим в лице единственной альтернативной партии. Спасибо. Чтобы реальностью стали мечты за жизнь и за правду твою. Пусть весть разлетится о нас, как стрела. В рядах наших смело иди. Считал, революция в прошлом была. Наверное, она впереди! Ура! Спасибо! Посвященной 99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, мы сегодня шли с лозунгом «Власть советам, собственность трудящимся, долой министров капиталистов и да здравствует Великий Октябрь». И мы, наследники Великой Октябрьской социалистической революции, мы наследники идеи Владимира Ильича Ленина. И, безусловно, мы этот флаг, поднятый в 1917 году, должны с гордостью пронести